Здравствуйте, мои дорогие. У меня еще не прошел шок, но поставила камеру и сейчас вам расскажу. Буквально полчаса назад, наверное, может минут 40, звонят мне с незнакомого телефона и говорят: здравствуйте, мы из Питера едем в Раздольное в гости. И везем вам сюрприз. Как вас найти? Я им объяснила, как найти. Приехали, люди торопятся, смеются. И говорят: это вот вам посылка с Аказии. Вот. Получите, распишитесь. Даже чаю не попили, уехали. Вот. И не говорят, откуда, от кого. Я так думаю, наверное, из Питера. Ну что, давайте смотреть. Она такая не почтовая, просто такая коробочка. Волнуюсь ужасно, но ладно. Так. Здравствуйте, Люба. Потеряла с вами связь уже 4,5 года, и вдруг нашла вас на Ютубе. Счастлива безмерно. Отправляю с друзьями вам посылку. Я прям даже никак не это. Ручки, я помню, вы их собирали. Всякую мелочь. Найдете применение. Наверху личное не надо показывать. Угу. Вот это, да? Так, чего-то я начинаю догадываться, если это так. Сейчас. Кофточку передаю. Вы любите такие. Коробочки тоже пригодятся. У меня все хорошо. Жду вас. Слышала, что вы в Мурманск возвращаетесь. Значит, приедете в Финляндию. Я работаю на старом месте. Ой, теперь я поняла, кто это. О, Господи! Целую вас, Наташа. Телефон не пишу, потому что звонить дорого. Буду вам писать в комментариях на Ютубе. Целую, Наташа. Ой, мои дорогие. Это Наташа, наша русская женщина, которая живет в Финляндии. Я ей привозила и передавала тоже с друзьями свои украшения. У нее там магазинчик свой в Рованиеме. Я ее так часто вспоминаю. У вас сойти, прям не могу. Господи, надо же, а? Ой, магнитики. У меня такие есть, правда. Ну ладно, теперь подарю кому-нибудь еще. Спасибо, Наташа.
Я же столько раз в Финляндию ездила, у меня уж не знаю, каких только нет магнитов-то. Ой, ну все равно так приятно. Ой, наверное, надо камеру сделать. Ой, прям не могу. Как же приятно. Господи, люди помнят. Вот так вот. Ой. Чего на меня смотреть? Надо смотреть, что прислали. Ну вот. Финские ребята. Так, коробочки, да? Три коробочки. Ой, ну до чего трогательно, вы не представляете. Комплект. Ой. Прям так. А здесь кусочки. Пригодятся. Спасибо, Наташ. А это, как я понимаю, это вот это что я кладу украшения в коробочки. У меня только у меня такие зеленые. Ну, такая, как упаковка. Ой. Это, конечно, все пригодится. Даже и говорить нечего. Ой, тут что-то тяжелое. Ой, ё. Так, это я сейчас убираю. Рубка. Это же курорт горнолыжный. Туда тоже ездили. Ой. Ой, богачество целое. Вот это, видимо, был браслет на резинке. Ой. Так, вот это тоже от какого-то украшения. Смотрите, какие штуки. Ой, Наташа удивила, конечно. Это швензы такие длинные. Ой, какая красота, девчонки. Посмотрите, какие сердечки. И металл такой прям хороший. Ой, мне прям вот на шарфы просто вот замечательно пойдут. Вот их тут. Три штуки. Ой, металл прям мне нравится так. Ой, еще и металлические бусинки. Ой. Вот ведь насобирала же. Наташа. Застежки тут. Но она любит сама носить украшения. Она такая яркая женщина. А вот такая у меня тоже есть наподобие. Прям наподобие, да, похоже. Куда-то я ее убрала. Надо посмотреть. Какая красотища. Так, ну это бисер.
такой, такой и... И вот такой вот. Угу. Вот. Вот такая вот штука. Ой. Так, а это браслет, видимо, на магните. Так, колечки вот такие. Это, наверное, мне кажется, это вот от этого. Так, прям сплошной винтаж. Так, ну это пластик. Тоже остатки от бус от каких-то. Это я тут себе занавесочку доделаю. Так. Какая подвеска какая. Тоже на шарфик пойдет, я думаю. Ну, посмотрим. Так. У меня же руки дрожат. Ой, какая. Ой, слушайте, это прям оттуда, прям... Это из Индии. Это не Китай. Будда. Ой, куда я показываю? Прям там сзади надпись. Ой, какая. Так. Ой, а это вообще, это янтарь. Все винтаж. Наташа, где ж ты набрала? Так, черный пришел. Да что ж такое? Черный пришел, скребется в калитку. Ой, да, вот он, конечно, ну, такой уже пошорканный. Ну ладно, я себе чего-нибудь сделаю. Прям винтажная вещь-то. Видно, что это давно сделано. Так. О, агат с друзой. Девчонки, посмотрите. Вон там прям. Какой. Ой, Наташа, набрала. А это как? Все переверну. О, какой. Тоже какая штука. А, ну, это стекло, конечно, но вот тоже сердечко. Пойдет куда-нибудь. Ой, прям целое богатство. Шапочки. Шапочки для бусин. У меня были такие когда-то. Кончились, закончились, да. Ой, это... Так, это... Ну, те, кто занимаются, знают, что это такое. Я не помню, как они называются. Разных размеров. А, вот тут есть вот такие еще. Ой, сколько всего. Вот видите. Так, это, видимо, тоже был браслет. Знаете, их можно как коннекторы сделать. Между бусинами. Вот они, видите, какие разные все. Вот. Есть вот таких вот две штуки. Вот такие вот. А, это...
Это, ну, кольца вот сюда. Камушки. Ой, они разные. На 3, на 5. Где же она их набрала? Угу. Какие всякие разные. Ой. Может быть, кто-то начал заниматься, а потом бросили. А тут все в цветовой гамме в одной. Вот это. Это же Мурана, мое любимое стекло. Ой какая бусинка красивая. Как они, Ламфорг? Смотрите, какая. Девчонки. Ой, какое чудо. А, ну тут тоже всякие такого цвета. Бусинки маленькие. Такая же. Ой, Наташа, я прям мало того, что вообще в шоке от такой ситуации, я как-то... Ой, а там же еще есть вкус. Ой, да... Вы же не знаете, у меня же целая коллекция ручек. А это карандаш механический. Коллекция ручек. Ну, приличная. Вот эти Финляндия. Это тоже что-то. Тоже финская. Ой, Норвегия. Я ручки собираю... Ну, из стран, из городов, где я была. Ой, Сокос отель финский. Вот. У меня их прилично. Ой, 2000 год. Представляете, какая старая? Видно, нет? 2000 год. Так, призма. Это магазин финский. Это я не знаю, что, но тоже что-то финское. Короче говоря, все финское. Все ручки финские и норвежская одна. Рука, Лапландия, Куасама. Надо же, помнит человек, а, что я ручки собирала. А я их и собираю только сейчас, за последнее время. Что у меня прибавилось? А, ну вот в Санкт-Петербурге я была. И ручка с городом Черноморском. Вот. Так, и тут что-то еще. Кофточка, она же писала. Кофточка. Так. Ой, я даже... Девчонки, не пойму. Помялось, конечно, все это самое. И даже не пойму, где тут зад, где перед. Угу. Так, знаете что? Я сейчас, наверное, одену ее и вам покажу. Потому что я что-то не разберусь. Ну, может быть, майка не совсем подходящая, но, короче говоря, вот так. Да, и штаны. И штаны неподходящие. Но правильно она написала. Я люблю такие странные, ну, такие фасоны какие-то, да? Вот.
Ой, как приятно вообще. Вы не представляете. Так, уже мотоциклы гоняют. Ой. Так приятно. Надо мне все-таки поискать ее телефон. Он у меня где-то был записан. В какой-то книжке записной. И позвонить. Мне прям захотелось голос ее услышать. Ой, Наташа. Спасибо тебе огромное. Конечно, я тоже надеюсь, что мы увидимся. А вам, девчонки, спасибо, что посмотрели. Порадовались вместе со мной. Я прям вот непроходящий шок у меня. У меня от посылок всегда вот прям... Я пойду искать телефон. У меня теперь это из головы не выйдет.